А сейчас я вам покажу результат по засеву пеньков мицелием рейшин. Мы засевали их 1 мая. Так, прошло ровно 7 дней. Сегодня 8 мая. Сейчас я вам покажу результат. Я уже вернулся из командировки. Давайте посмотрим, что тут произошло с нашими пенечками. Вообще, какие тут результаты. Так, это мы засевали под диск. Под диск. Вот у нас вылазит мицелий. Даже он вылез. Там он зерна опушены. Здесь вот вылазит мицелий. Конечно, видно тут плоховато. Вот немножко вот здесь вот вылазит мицелий рейши наши. Вот здесь видны зерна опушенные. Так, а вот здесь вот то, что мы жменьку подсыпали. Вот видно, что мицелий уходит в древесину. Так, хорошо. Этот мы отставляем. Смотрим следующий. Так, вот здесь мы заклеивали пластилином. Я надеюсь, вы видите, для чего нужно заклеивать пластилином. Ну, не только пластилином, любыми пластическими веществами. Так, здесь тоже вот немножечко начинает вылазить мицелий. Здесь немножко, ну, плоховато, наверное, будет через камеру видно. Вот так, вот с этой стороны вылазит. Так, с этой вот чуть-чуть. Так, что у нас снизу? Ага, снизу тоже у нас вон повылазило через пластилин. И жменька мицелия под торец тоже дает хороший результат. Это 1-го мы засеяли, сегодня 8-го, прошло 7 дней. Засевали мы вечером после 10 часов. Сейчас уже тоже 15-11. Вот. Это маленькая чурочка. Так, с этой стороны у нас не видно, чтобы повылазили. Сюда мы не закладывали. И с этой стороны видно агрессивный мицелий рейши. Захватывает питательную среду. Еду. Так, что у нас здесь? Забыл, что тут, где и как. Вот так, так, а это у нас тоже под... Ага, сверху у нас диск. А, я просто опилками здесь. Просто опилками. И вон, там вон видно. Пошел мицелий с этой стороны, с этой стороны. Так, и здесь вот тоже. Сильно не буду поднимать, потому что не хочу мучиться много. Так, и последний пенек. Ага, здесь мы скотч. Заклеили скотчем, вот здесь вот видно вообще красота. Видно, как мицелий идет, то есть вообще резонно заклеивать скотчем можно. Делать такие вот пропилы, забивать их зерновым мицелием и заклеивать скотчем. Можно даже вот эти вот тоже скотчем заклеивать, и это дает очень хороший результат. Вот под пластилином тоже вот идет. С этой стороны вот идет. Вот даже наша чурочка расти начала. Не хочет погибать. Вот. Такой вот результат. Заражение пеньков рейшин через 7 дней. Вопросы пишите под видео, задавайте.
все, всем счастливо. Пока-пока.